Слушайте, вы же медработник. Медработник. Вы же все знаете про медицину. Анатомию, физиологию. Вы работаете в медицине. И вот объясните мне, ну, будем откровенными. Медики, они же скептики, да? Ни во что, ни в кого не верят. Как так случилось, что мы один раз с вами повстречались, и коньяк больше не существует? Ну, вы знаете, медицина не всевластна, скажем так. В некоторых своих отраслях, это да, безусловно, мы должны обращаться к медицине. Но моя проблема решилась только с помощью вас, потому что медицина не всевластна. Ну да. Ну, в общем, вы доверились мне как врачу-психотерапевту, и вот уже достаточно длительное время вы вообще не смотрите на это спиртное, и его как будто нет. Да? Новый год, не Новый год, наплевать, да? Я абсолютно спокойно нахожусь в компаниях, где употребляют спиртное. У меня нету никакого желания мне прекрасно проводить время без спиртного. Пусть люди как хотят проводят свое свободное время. Я его теперь провожу с кружкой чая или соком. Замечательно. Слушайте, такие слова прямо бальзам на сердце.